Всем привет! Я вам сейчас что-то покажу. Я по наивности, простодушию попала в один дом. И эмоции были совершенно неоднозначные. Очень хорошо, что со мной был там Оскар. Но, скажу честно, было интересно, было страшно. И место всему этому я еще в своей душе не нашла. Я думаю, с этим человеком будет еще одна встреча. Het zijn allemaal van kleine kindertjes, weet je, kleine kinderschoentjes. Aha, we hebben gelukkige kindertjes ingezeten. Hoe kom je eraan? Die gaat ook zo. Aha. Короче, ему нравятся умирающие игрушки, а это все маленьких детей, он говорит. Опять мы проходим эти приколы. Настя. Ну, это за углом от моего дома. Я не могу не снять, тут игрушки увеличиваются. Это шоу, это кладбище прикол. Изи фаньяу! Я? Ik vind het zo leuk. Ik blijf het filmen. Dat is voor mijn YouTube. Mag ik filmen? Kan je zeggen, waarom doe je dat? Voor de kleine Oscar, hier. Kinderen die langslopen of jouw kleine kinderen? Die langslopen. Heb je zelf kinderen? Wij zijn ook kleine kinderen. Ja, dat helemaal gelijk, ja. Oh, maar dat... Als ik, Oscar hier, auto. Als ik kan ooit binnen filmen. Видите, мне разрешили зайти внутрь. Я, dankjewel. По просьбе хозяина я вырезала номер дома, я ему это обещала. И я специально стараюсь в видео максимально ничего не вырезать. И поднимаясь по лестнице, я была уверена, что я иду в музей. Я иду в квартиру человека-коллекционера. Я, хай пулт, мама. Их фильмы, is it okay? О, это is so... Oh my God. Их пихина, о. Пахнет сигарами, так вкусно. Боже мой. Это с музеем, это музей, ребята. Это музей. Так, я перестаю пищать, визжать и кричать. Это хозяин. What is your name? Кейс. Maar hij moet mij naar buiten laten, hè? Ik ben anoniem, hè? Oké, okay, is goed. Het is voor mijn YouTube en mijn kijkers meestal Russisch en Oekraïens. Oh. Want ik heb stichting daar, ik help dieren en kinderen. Yeah. Deze is van de vuilnis. Maar ik zie het en ik was zo, ik had zoveel vragen. En we moeten weer voor als de kleine kinderen. Zit. Down. Hij luistert ook nog. Stay. Oh, hij heeft K9 training. Как я задыхаюсь просто. Ну, я потом объясню, я на камеру его спрашивать не буду. Это можно выдержать? Я не буду... Крылья. Я не буду спрашивать его на камеру, потому что это не совсем... Я, Кло... Я. Он говорит, что шляпа, каждая шляпа, это идентитет, господи... Короче, это выражает персонлик человека. Я не помню название. Ik ben geboren in Sovjet-Unie, maar ik ben Украинец. Dus, deze beweegt. Посмотрите. Боже, какая красота! Я попробую заглянуть ей в лицо. Ik weet niet of het lukt, want ik zie niet wat ik film. О, а вот там мы стояли только что с Оскаром. Окна открыты, и там где-то внизу обязательно пройдет человек. Он говорит, что шапка отражает персонликайт, я феноменс, личность человека. Вот так, наверное, будет правильно перевести. И да, и он говорит...
Helemaal mee eens. И он говорит, что на самом деле вы всегда остаетесь ребенком, и я на 1000000% с ним согласна. Посмотри, сколько шляп. Это шляпы, боже мой. Ik heb heel veel hoeden in huis. Ja? Ja. А Оскар как красиво сидит. Hij zit mooi, hè? Оскар, конечно, молодец. Он увидел, наверное, что я волнуюсь, и я у незнакомого человека в доме. Но такого я в своей жизни еще не видела. Доктор Лектор. А вот сейчас я вхожу в темную. Оскар там, Оскар возле него. И Оскар его ко мне не подпустит, если что. Сейчас я померяю эту шляпу. Вы меня видите? Ай, надеюсь, там блох нет. Чего я так люблю полицейскую форму? Так, пошли дальше, пока блох не нахваталась. Но тут, конечно, жуткого хватает. Если он серийный убийца, то Оскар там очень на месте. Ну нет, ну не может человек, который собирает такую красоту, быть убийцей. Так, я в Амстердаме. Никто не знает, что я сюда зашла. Интересно. Ну, с Оскаром на куски он меня не разрежет. Но посмотрите вокруг. Немножко жутковато, но от души. Ну, немножко. И куклы. Ой-ой-ой. Да. А вот тут он, наверное, спит, я так понимаю. Боже мой, это маленькая спальня, это его. Sleep here, yeah? А он боится Оскара, он сидит там тихенько. Так, ладно, покажу вокруг. Пи***ц, как страшно. Sleep here, Dar, да ты сделал sleep cover? Да, это его спальня. Нормальная хрень. Интересно, он бы мою ногу отрезал. Если я по-прежнему с этой кепкой черта выхожу. Надо ее положить. Ёксель-моксель. Так, ребята. Ага. А у него еще и красные ногти, и он мне показывает, как это прыгает. Так, ребята, я валю. Kleine baby. Kleine baby. А тут маленький ребенок, он говорит. И это прыгает. Какое счастье, что за моей спиной дышит Оскар. Куда я попала? Нет, ну там реально, посмотрите. Ах! Das Pies, hä? Kijk, hier heb ik een icoon van Rusland. Икон van, икона из Раши. Икона из Раши смотрим. Ау, я, я. А это русская икона, типа. Ну, я не разбираюсь. Он говорит, а ну вот это вот подходит. Я не пас на икон. Он говорит, что это рядом с иконой, очень красиво. Так, ребята. Оскар, я так тебя... Я сегодня особенно тебя люблю. Хорошая собака, всем рекомендую. Всем пока. Вот тут еще я не ушла. Ой-ой-ой, твою мать. Ну тут мне страшно, она похожа уже на ребенка. Kijk, als je nou wakker bent, hè, overdag. Wie doet dit? Kan zo van doodvallen. Wie drukt op de knop? Че у него руки дрожат? Так, все, ребята. Я. Zo kort is het leven. Deze kant kijkt wordt hij anders. Als je zo doet, voor kleine kindertjes, weet je, kleine kinderschoentjes. Oscar, рядом. Kijk hier allemaal dameschoenen. Thank you.